Тонечка. Ой, Тонечка. Алиска меня все-таки в гроб ведет. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Ну, всю ночь сидела за своей железкой. Ведь заснул только под утро. Ой, я тогда позже зайду. Да куда? Нет, никуда я тебя не пущу. Ты давай вот присаживайся и угощайся. Алиса у нас умница. Ой. У вас. Да. Такой внучкой только гордиться можно. Не говори. За месяц такие горы свернула. Да, не грех и поспать. А ты знаешь, и то хорошо, что мы с тобой поговорим. А то ведь носишься туда-сюда со своими бумажками. Ну, такая у меня работа. Зато в лучшем креативном агентстве столицы. Да. Что говорить, из внучки-то толк вышел. Не то, что из сынка родного. Вот скажи ты мне, пожалуйста, ну чего ж ему так в жизни-то не везет, а? Ну, особенно с женщинами. Ну почему? Ну почему не везет? А может быть, он думает иначе? Нет. Нет. Материнское сердце вещун. Нет. Нет. Вот, понимаешь, вот, с хорошей-то женой. Ведь горе – это полгоря, а радость вдвойне. Mm. Была бы ты у меня невесткой, а? Ну, что тут? Анатолий женат, да и любит свою жену. Нет. Эта ворона нам не оборона. Нет. Тонь, ну ведь хороший же мужик-то, а? Мне кажется, он тебе нравится. Или я не права? Что тебе нужно? Я на деловую встречу. Фирма «Дюймовочка». «Дюймовочка»? Ну да, «Дюймовочка». Абонент «Дюймовочка» удален из сети. Так велел киноман. Но я... я... Киноман не хочет знать «Дюймовочку». Мы стерли из его памяти любое воспоминание о тебе. Ты никто. Тебя нет. Нет. Целый месяц прошел. Киноман так и не объявился. А Дюймовочка все надеется на чудо. Хотя чего тут надеяться? Чудес не бывает. Теперь я это точно знаю. Это же простая формальность, Владимир Михайлович. Вы же понимаете, вся работа по созданию и продвижению вашего бренда уже почти закончена. Родные мои, я у вас еще ничего не заказывал, так что заканчивать, по-моему, рано. Где обещанный логотип? А вот, собственно, когда вы подпишете наш договор, наши специалисты начнут работу над созданием вашего логотипа. Прелестно. Начнут после того, когда уже все закончено. Родные, веселые ребята. Но мне, пожалуй, пора. Владимир Михайлович, подождите, не торопитесь, пожалуйста. Присядьте. А вы знаете, что помимо высочайшего уровня предлагаемых услуг, у нас еще имеется и гибкая система скидок? Если вы подпишете сегодня наш договор, то мы проведем его по спецтарифу, как для своих. Вы понимаете, о чем я? Родные мои, о каких скидках может идти речь? Вы 2 недели креативите логотип, ничего путного не родили. О каких скидках может идти речь? Скажите лучше, что вас уже переманили. А даже если и так, наверное, есть люди, которые, в отличие от вас, умеют работать. Вам, к сожалению, этого не понять. Я, кажется, даже догадываюсь, кто эти люди. Дюймовочка, не так ли? А даже если и так. Бизнес есть бизнес. Всего хорошего.
Алиса. Алиса. Ваша моментальная подпись, барышня, и, возможно, я успею в банк, чтобы покончить с налоговой. Простите меня, пожалуйста. Ой, я никак не могла проснуться. Это вы все это время? Все это время? Я слушала рассказы о достоинствах твоего отца и заедала это пирожками, запивала чаем. Ну, конечно, бабушка дровалась. Да, ну что же, ей хочется, чтобы у нас был роман. Что ж теперь делать? Нельзя же ей в этом отказывать. Нельзя ей это было позволять. Ну, конечно, если вы сами хотите. Таня Михайловна. А, да, детка. Хотите быть растерзанной брачными интригами моей бабушки? М? Ну, звучит заманчиво. Только мне нужно работать, и тебе, кстати, тоже вытащу. А, хочу заметить, что вы не ответили на мой вопрос. А хочешь, чтобы у тебя была такая мальчика? А на бал отпустите? Ну, сначала 10 розовых кустов. Можешь, кстати, уже приступать. Как тебе это нравится? Скоро в переходе со шляпой будем стоять из-за этой толстухи. Одного за другим у нас водят, стерва. Все безнаказанно. Ну, а что мы можем? Отшлепать ее за плохое поведение? Мелко мыслите, Дмитрий Алексеевич, очень мелко. Мы можем кое-что другое. Ты что, серьезно? А как это делается? И только в кино видел. Да, кстати, я тут же знаю, что стоить это должно недешево, а у нас ведь сейчас с финансами. Ковбой, расслабься. Убивать ее никто не собирается. Слишком много чести. Но зато поговорить с ней особенным образом, я думаю, настало самое время. Опять бандиты. Опять расходы. Расслабься. Все будет бесплатно. Я знаю одного человека, который очень заинтересован. Гений, я всегда это знал. Ну и кто же этот человек? Давай, рассказывай. И ты, кстати, с ним очень хорошо знаком. Это Дмитрий Князев. Так, спокойно. Слушай меня внимательно. Привет, я... Прости, я тебя не могу пригласить, у нас там очередные покупатели нас мучают. Да все в порядке, не переживай. Конечно, все в порядке. Полный порядок. В смысле, я не это имею в виду. Выйдешь на минутку? Конечно. К тому же с тобой всяко приятнее, чем с ними. Считать это комплиментом? Если хочешь. Хочу. Тем более сегодня я встречаюсь с этим злодеем-юристом, из-за которого все твои страдания. Подожди, а... Зачем? Это может, наоборот, навредить отцу? Наоборот, то есть не должно. То есть я встречаюсь с ним от себя, то есть как будто бы. Ну, короче, я нашел у него выходы через своих знакомых. И что это дает? Извини, я не понимаю. Вот там мы посмотрим. У меня есть план, и если он сработает... Если бы все было по моему плану, вы бы уже месяц назад заплатили мне все деньги. Или бы смотрели на небо в клеточку. Мы стараемся придерживаться графика именно вашего плана. Мы просто просим немножко повременить, немножко отсрочить. Какого графика? Какого плана?
Посмотрите на них, короли фаянсовые. Вы вообще скажите спасибо, что я такой отзывчивый, заботливый и так далее. Спасибо. Нет, но деньги ведь действительно будут, вы понимаете. Будут, будут. Просто они будут позже. Кризис в стране и во всем мире кризис. Ну, рынок стоит. То... Да, и цены на недвижимость, они же падают, понимаете? Мы ищем резервные пути, но... Какие резервные пути? Вы бы еще на сомалийских пиратов бы сослались. Все, не хочу ничего слышать. Хорошо. Что хорошо? Для вас ничего хорошего. Я повышаю сумму на 10%. И все деньги должны быть через неделю. Все! Ну, что за важный разговор, который не может произойти в коридоре? М? Я помощи просить пришел. А ты адресом не ошибся? Мою фамилию помнишь? Не надо так, Алис. Я не для себя. Мама вся извелась горстями, успокоительное пьет. Чем я могу помочь твоей маме? Артем пропал. Целый месяц ни слуху, ни духу. Я думал, может, он с тобой на связь выходил. Не знаю, может, выходил. Но я не знаю об этом. Да, конечно, я виноват. Ну, пойми, лежачего не бьют. А ты чего лечь-то решил, а? Вот видишь ты как. Я, можно сказать, за брата переживаю. Может, он болен, лежит где-нибудь. Ему помощь нужна, а я здесь. Ну, я подумал, может, он с тобой как-то связывался. Ведь вы, кажется... Выпить, да, что-нибудь. Но у нас нет ни... Ну, спиртных напитков нет в доме. Ну, кроме бабушкиных этих настоек. А чай хочешь? Давай чай с вареньем, да? Подожди, сейчас я приеду. Не торопись, мне уже легче. Смотри, Алка-то все-таки стала принцессой. На 5, Алка. Ну-ка, что это? Пизанская башня? Угу. Подожди, а откуда она у нее торчит? Мам, ну это техника фотографии такая. Веселенькая техника. Ничего себе, срам какой-то. О. Какие люди. Как же мы без писающего мальчика. Вот бесстыжие, а слов нет. Мам, да почему? Ну зато посмотри, какая молодец. За один месяц со своим шейхом полмира объездила. А ее заслуга в этом невелика. Не ворчи, не завидуй. Сама говорила, завидовать плохо. Вот еще. Была охота завидовать. Кому бы завидовать-то? Господи. Что она к тебе-то пристает со своими письмами? Мама, да не пристает она ко мне, а делится впечатлениями. А, пусть с кем-нибудь другим поделится. Нечего мою дочь терроризировать своей макулатурой. Мам, ну с кем еще? Ты же знаешь, у нее никого нет. Подруг, кроме меня, нет. Друзей вообще никогда не было. Ну, а с мамой это все горшки побило. А скажи мне, кому спасибо-то сказать? Вот пусть на себя жалобы и пишет. Мам, что ты делаешь? Книги протираю. О, смотри, смотри, она пишет, что по Москве очень соскучилась и спрашивает про общего знакомого. А ты и напиши, что все ждут, не дождутся, когда она приедет, чтоб шею свернуть за все ее художество. Мама. Здравствуйте. Очень рад знакомству. Прошу. Спасибо. Вот, позволил себе сделать заказ, пока ожидал вас. Слушаю вас.
Вас рекомендовали мне как лучшего специалиста по делам, которые требуют, ну, скажем так, тонкого подхода. Молодой человек, давайте яснее, какого рода дело вас интересует? Ну, откровенно говоря, щекотливое, но и оплата предполагается соответствующая. Так, кто вам меня рекомендовал? Ну, этот человек не любит называть себя, хотя, я думаю, вы догадываетесь, о ком идет речь. Он просто дал ваш телефон и сказал, что вы любите шестизначные цифры. Да-да-да. Ну что ж, молодой человек, тогда вы обратились по адресу. Скажу вам без лишней скромности, что я, пожалуй, лучший в Москве специалист по, так сказать, щекотливым делам. Значит, вы беретесь? Ну, слава богу, я уже такую надежду потерял. Тогда за вас и за нашу будущую победу. Ну, давай, давай, давай. Давай, мой родненький, давай, пошло, пошло, пошло. Тут уж, правда, говорят, не только собаки, но и компьютеры на своих хозяев похожи. Тормоз ты несчастный. Прости. Прости, я не про тебя. Милый мой, милый, я не про тебя. Извини, пожалуйста, скорее, пожалуйста. Отлично. А ты с кем тут говоришь? А? Да ни с кем так. Тихо сам с собой. Спасибо. Знаешь, что подумал? А может, зря мы все тут это переполошились. Ну, Артем взрослый человек, когда ему вздумается, тогда и выйдет на связь с кем угодно, когда угодно. Ну да, хотелось бы верить, что выйдет на связь. А ты вот угощайся вареньем. А? Угу. Спасибо. Спасибо. Ну а что? Засиделся я у тебя. Да? Угу. Пора. Угу. И тебя от дела отвлекать не хочется. Не-не-не-не-не-не-не. Сиди, не провожай меня, ты простудишься. Ну, и как я тебе? Хороша, что сил нет? Да, да. Куда это вы, девушка, собрались? На юбилей, к подруге. Пойду косточки растрясу. А то ведь, знаешь, без компании-то и пень не цветет. Что это за подруга? Ну, как тебе сказать? Хорошая, трудолюбивая, знатно готовит. Но для тебя старовато. Мама. Ну, в общем, работали мы вместе. Понимаешь, я уже и думать-то о ней забыла. 100 лет, наверное, не общались. Она вдруг вспомнила и решила всех наших собрать. Ну, кто вместе работал. Но только никак не пойму, как мы все к ней в двушку-то поместимся. Вроде не пойти неудобно, грех. А? Когда ж тебя ждать-то? Значит так. Картошка под подушкой, котлетки в холодильнике. Ну, в общем, голодными не останетесь. Ну, все. К утру ты вернешься? Ну, это смотря какие кавалеры будут. Ну что же, суть проблемы мне ясна. Вы соучредитель фирмы, но хотели бы, чтобы она принадлежала вам целиком. Это можно устроить. Знаем, плавали. Ну, вы просто бог, настоящий мастер. Ну, сейчас не об этом. Главное, что научиться-то этому нельзя. Здесь нужно иметь чутье. С этим нужно родиться. Гениально. Ну, и что же вам подсказывает ваше чутье? Ну, я думаю, что, во-первых, нужно перевести ваши активы временно на какого-нибудь надежного человека.
чтобы на вас не пало ни тени подозрений. Так. Да вот я как раз думаю, что с надежным человеком будут проблемы. Ну, и я думаю, это не проблема, такой человек есть. Подождите, здесь спешить нельзя. Вы подумайте сами. Вот если вдруг вот этот вот ваш человек окажется нечист. Он абсолютно чист, я сам проверял. Кстати, вот и он. Мельник, Максим, счастлив. А это? Да знаю я, все знаю, а. Как же я рад. Именно сегодня! Ну что же, молодые люди, я, пожалуй... Валер, ну что это у тебя такое? Такой человек за столом, ты его какой-то кислятиной поешь. Официант! Иди сюда. Так, парень, ты мне вот это вот брось, понял? Мы сюда не пьянствовать приехали. Давай опять капель, что-нибудь самого лучшего. Там и запасов шеф-повар, что у вас? А, ну что же, крепкие напитки я вообще не пью, так что... Ты че? Кто ж тут пьет-то, а? Мы же не алкаши, чтобы пить. Мы так чисто попробуем. Ага. И рюмашки. Пап, ты мою сумку не видел? Знаешь, неожиданно интересная штука эти марки. Есть в них что-то притягательное. А, вот она. А ты куда? У меня важная встреча. Приду поздно. Целую. Никого не будет допоздна. Приезжай, пожалуйста. Все актуальные папки качну. Да. А все до одной. Сейчас перельем в наш комп, и все. Все. Мы в шоколаде. Давай. Ну что, посмотрим, кто теперь в переход со шляпой пойдет, а? Адьос, малышкина. Вот и заказик. Нашего клиента. Слушай, ничего особенного. Довольно банально. И вы что, считаете, это прилично, а? Ну зачем же так говорить о своей работе, если она действительно хороша? Можете ведь, когда хотите-то, можете. Уже отправили? Кого отправили? О, ребята, вы что-то совсем заработались. Логотип клиенту отправили? А, нет, мы еще... он еще пока ничего не подписал. Немедленно отправляйте, увидит и все подпишет. Вот это я вам гарантирую. Все удачные. Вот все эти щекотливые дела на моей совести. В смысле, на моем счету. Ну, у вас лучшие рекомендации. И репутация, не репутация. Мечта. Ну, давайте выпьем за настоящих профессионалов. Долой дилетантов. Да здравствуют настоящие асы. Да. Да я
Если хотите знать, весь город у меня вот в этом портфельчике. Только что два монополиста унитазных. Но бывших монополистов умоляли меня дилетанты. Вот какая сила в одной бумажке скрыта. А у меня этих бумажек знаете сколько? Ну, это невероятно. Действительно, такая сила. Да я скажу тебе так. Половина бизнесменов Москвы за этот портфельчик отдали бы часть своего состояния. И что там часть? Все бы отдали состояние. Ну что, серьезно? Состояние. Давайте за состояние. Состояние. Давайте. Да, через 4 минуты. Родная, здравствуй, конечно, но встреча не состоится. А что произошло? Почему? Информацию секретаря. Я должен улетать. А, встретимся, когда прилетите, да? Встречи не будет. Я нашел другое агентство. Потрясающее. Смотри. О! Так это же моя работа. Откуда не, у вас? Не знаю, не знаю. Нет, ну это действительно моя работа. Родная, бизнес есть бизнес. Можешь, Борис, не можешь. Извини, мне пора. Давай. Не по кафешкам, а встречаться как интеллигентные люди. А как встречаются интеллигентные люди? Как горный родник. Шампанское после коньяка. Не, ребят, я не могу. Надо, друг, надо. За большую любовь надо. И только шампанского. Может быть, хватит? По-моему, он готов. Не готов. Ай, подожди, официант. Иди. Да что-то не это. Винегрету нам принеси. Мы заказывали там. Давай, одну пока только. Не готов. Не готов, ты прав. Ну. Ну. Есть. Вот она. Официант, еще два винегрета. Ну, это дело в мы. Побед. Светик, такого не может быть. Я только ночью закончила проект. Ну как его мог кто-то украсть? Простейший пароль, такой сейчас сплошь и рядом. Не говори мне ничего, потому что я никому не успел ничего отослать. А кто был в доме из чужих? Давай вспоминай. Ну не знаю, но Антонина утром заходила. Ну, думай еще, напряги свои звезды. Димка!
Димка Князев заходил, да. Но ты пока не пари горячку. Знаешь, надо для начала с ним поговорить. Светя, не волнуйся. Я с ними поговорю, со всем этим Князевым двором поговорю. Я им такое устрою, им, знаешь, мало не покажется. Да. Угу. Все, пока. Хорошее шампанское. Ага. И открывается само. Только надо собираться, надо одеваться, а то мало ли что. Мало ли что сейчас на дне рождения. Так что времени у нас навалом. Да. Интересная у вас тактика, родные мои. Да, вы такие. Работаем на контрастах. Сначала долго суем гадость, а потом раскрываемся в последний момент. А это, знаете, разработка нового американского психолога. Он утверждает, что такая тактика ведения переговоров, она делает клиента абсолютно счастливым. Работает! Я счастлив, абсолютно счастлив. Кстати, прошу прощения за первоначальную глупость. Не просек глубокого смысла. А как фамилия психолога? А вот на фамилию у меня плохая память. Но Мариночка, кажется, помнит. Ну ничего, у вас будет время вспомнить. Мы будем видеться чаще. Я, кстати, расширяюсь, увеличиваю ассортимент. Так что впереди у нас подписание многих договоров. Надеюсь, вы не против. Что вы говорите? Это вам. Спасибо. До свидания. А, кстати, вы насчет скидок намекали. Конечно. Входите, входите, там открыто. Извините, я что-то приболел. Простите за беспокойство. Тоня, а вы, наверное, к Алисе, а ее нет? Я знаю. Мне в офис бумагу для банка распечатать. Может быть, помочь чем-нибудь? Хотите, чаю сделаю? Нет, я тут сам как-нибудь. А вы идите в офис, идите. Ну, поправляйтесь. Слава богу, пронесло. Ходит как к себе домой, бумажки печатает. Не ворчи, счастье, что не мать. Так, мать за порог и ёк-макарёк. Чё это ты днём завалился? А я чё-то плохо себя заболел. Горло. Ломота. Выключи свет, ради бога, глаза режет. Ну ладно, не пищи. А ты температуру-то мерил? Лекарства какие-нибудь пил? Ты что так рано-то? Да понимаешь, у нас все отменилось. Именинница заболела. А ты что, не рад? Thank you.
Вань. Что? Как думаешь, сколько это может? Смотри, это же два последних фужера из нашего свадебного сервиза. Господи, это же дедушкин. Он же тебе это перед смертью. Девочка, ну, устаканится все, все будет хорошо, все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Нет, больше я сегодня никого сюда не пущу. Тихо, тихо. Общий привет. Так это вы квартирку продаете, да? Мы. Ну, чудненько, вещички уже собрали. Ну, прекрасно. Ну, состояние, конечно, у вас средненькое. Перекрытие деревянное, перепланировка не согласована. Зато сантехника хай-тек. Да, да. Но полы-то у вас совершенно никуда не годятся. Нет. Ну, тихо, тихо. Валер, ты что, пил? Пил и вам принес. Молодой человек, вы знаете, у нас не кабак здесь, и не рюмочная. Но это квартира Кошкиных, я правильно пришел? Кошкиных, Кошкиных. Валера, да что с тобой вообще? Так, значит, я понимаю, вы знакомый моей дочери. У вас есть шанс самостоятельно выбраться из этого помещения. А я пока не собираюсь уходить, я только что пришел. Какая неслыханная наглость! Света! Света! Валера! Так как насчет моего предложения выпить? Мадам, позвольте. Да. Так. Значит, так! Значит, так! Вы до сих пор не поняли, что сейчас не время, и не место, и не... Если вы немедленно... Оспорим! Если вы узнаете, какую закуску я принес, вы обязательно со мною выпьете. Ну-ну-ну-ну! Что? Тихо, что? Тихо, тихо, тихо. Пап. Да что? Да это же та самая бумага! Это она! Это она же мне всю жизнь перевернула! Девочки мои, это она! Это... Ну вот, а что бы принести некому? Ах ты мой дорогой! Мой рис! А это что такое? А, это я чай пролил. Это какой-то странный запах у твоего чая. А это еще что такое? А? Это я ингаляцию делал. Ага. А это, наверное, твои таблетки, да? Чего, я не могу себе сладкого позволить, что ли? А это ты тоже себе позволил? Толя, кто у тебя? Ой, Тонечка. Здрасте, Майя Романовна. Здрасте. Вот. Ой, простите меня, старую. Я вам, наверное, помешала. Ой, ну совсем из памяти вон, а? Ну, забыла купить в магазине эти, как он, яйца. Ну. Я сейчас это... Одна ночь, и меня как осенило. Пап, ну вот же он логотип. И слоган тоже сам собой придумался. Кризис — это преимущество. Извлеки из момента максимум. Но слоган-то мы вместе придумали. Помнишь? Кризис – это преимущество. Я где-то уже это слышал. Ну, ладно, все равно. Молодцы, молодцы. Слава богу, могу теперь вами гордиться. Ну, что не стоит? Она хотела сказать, не стоит нас так смущать. Я спокоен. Теперь... Отдел спецпроектов, слава богу, в надежных руках. Думаю, у нас все пойдет на лад. Папа, так уже все идет на лад. Клиенты штабелями ложатся. У меня масса новых идей. Ну? Такие идеи, которые... А ты уверен, что надолго хватит? М? У тебя идей ровно столько, сколько ты успел украсть с моего компьютера.
Ну какие же вы дурачки! Кого решили провести? Да я все давно про вас поняла. Я очень рада. Совет вам да любовь. Да, конечно. Я пошла. Куда? Как это я? В такой праздник? Куда я тебя отпущу? Какой праздник? Ну как какой? Какой устроим, такой и будет. Ну, как же можно такую радость и не отметить? Я сейчас пулей сгоняю в магазин, все куплю и быстренько приготовлю. Пойду посмотрю, что есть в холодильнике, чего нет, все докуплю. Валера, ну... Ну что значит не стоит благодарности? Ну ты же буквально спас нашу семью. Да ладно, что там, обращайтесь, если что. Валера, перестань стесняться, для меня ведь твой... Подвиг? Поступок, он... Господи! Да ты просто не представляешь, сколько ты для нас сделал. И знаешь, самое главное, что это все от чистого сердца и... Вообще-то интерес у меня был корыстный, Света. Что? Ты до сих пор не поняла, для кого я старался? Здрасте. Я прикрою. Раз уж речь зашла, раньше как-то не было времени поговорить, вернее, спросить. В общем, Свет, как ты ко мне относишься? Рада. Я так рада. Ой, да просто совет вам да любовь. Ты не ответила. На что? На мой вопрос, как ты ко мне относишься? Валер, давай, может быть, в другой раз поговорим на эту тему. Когда вам снова понадобится помощь Супермена, Свет, почему ты не можешь ответить прямо сейчас? Скажи правду, не надо ничего придумывать. Даже если это правда, не очень приятно для меня. Правду о чем? Как о чем? Так и скажи, есть у меня хоть какие-то шансы? Или я зря топчусь в чужом огороде? Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Понимаешь, вот на дне рождения у подружки погулять не пришлось, зато уж на вашей помолвке душу отведу. Ой! Значит так, кошелек, пакеты, партбилет взяла. Это я шучу. Так, значит, Антонина, я ухожу. Остаешься за старшую. Не по возрасту, а по званию. Ты у нас еще молоденькая. Мария Романовна, у меня сегодня дел много очень. Я... Тонечка, ну у нас у всех забот полон рот. Но, Тонечка, ну ведь такое событие, это бывает раз в жизни. Ну, в крайнем случае, два, да? Анатолий, а? Я мигом туда и обратно, но ты к моему приходу-то все-таки это... Очнись, Толя. В смысле? Ну, Толя. Простите. Ну, Дмитрий Алексеевич, что ты молчишь? А что я могу сказать? Кто вообще пустил сюда эту женщину? Кто дал ей право кидать мои бумаги мне в лицо? Твои бумаги? А ну-ка пусти. Сейчас мы выясним, что есть чьи бумаги. Стой, а ну-ка отдай, Марина! Ты пришел ко мне домой. Что? Чего ты врешь? Не было такого. Нет, ты пришел ко мне домой. Ты залез в мой компьютер, пока заварил тебе чай, травяной с малиновым вареньем. Какой чай? Какое варенье? Не было такого. Это же... Да, Марина! Папа, не было такого. Это наши проекты. Мы их все придумали. Как тебе не стыдно, гаденыш? Я надеялся, что у меня хоть один из двоих сыновей будет путным. А ты такой же разгильдяй, как твой брат. Я слышу, тут опять говорят обо мне.